Друзья, всем привет! И всем, кто был со мной до того, как я начинал снимать мафию, и те, кто пришел, когда я начал снимать мафию. Так вот, друзья, я сменил имя канала, давно уже хотел это сделать, потому что то имя не находилось в поиске, сейчас наше имя моего канала находится в поиске. Все отлично, все здорово. Поэтому, в принципе, мы можем дальше продолжать развитие моего, нашего с вами канала. В общем, продолжаем играть в Мафию 3, проходить ее. И следующее у нас задание будет связано с... вроде Куклукс-кланом, я сейчас угляну. Вроде как там чуваки были какие-то в масках, видите. Там. Ну, в общем, погоним сейчас к ним. Вот они вот здесь вот где-то находятся, насколько я понял. Южный. Джеки Гримальди. Джеки Гримальди. Гримальди. В общем. А, как вы помните, мы прокачали подвесочку наших автомобилей. Ну, в этой части, насколько я понял, автомобили, они сами как-то открываются и... То ли... То, что ты воруешь, то ли что, то ли то, каким кланам они принадлежат, они у тебя автоматически становятся доступными в гараже. Вот. И все, дальше автоматически к ним ко всем применяются, значит, элементы там подвески, двигателя и всего остального. Это, ну, насколько я вообще это все понял. Вот. Конечно, поскучнее, чем во второй ты там каждый автомобиль свой мог апгрейдить. Но здесь, насколько я понял, просто более чуть-чуть другому уделяется внимание. Таким мелочам, как тюнинг автомобиля, к сожалению, не уделили внимания, потому что... Оп-фак. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Но зато, да, физика по-другому совершенно автомобиль рулится. Они не уделили этому внимания, скорее всего, потому что это слишком мелочно. Потому что Линкольн ворочен такими бабками сейчас, что ему не до, так сказать, тюнинга своего автомобиля. Просто заказывает тюнинг и все, и... Соответственно, он у него устанавливается. Вот. Ну, жаль, конечно, но зато это нам облегчит... А, все. Нам облегчит жизнь. Так, мы приехали. Заезжаем на парковочку. В смысле? Ну, мы пришли и заходим сюда. А зачем мне туда заходить? О, телочка какая-то. Такая симпатичная. По-моему, ты меня ищешь. Такая ничёшная. Давайте посмотрим, что здесь есть. Пока она... Просто, может, что-то завалялось. Бляха, ух. О! Прочитаем. Мы знаем, что наряду с благочестивыми белыми мы обслуживали и нигеров. Что... Мы вас уже предупреждали. Увидим у вас чернокожих, черножопых, и еще раз спалим к чертям вашу халупу. Помните, Южный Союз знает. А, ну все, короче, понятно. А, значит, видимо. Я все нормально здесь хожу, не переживай, подружка. Подружка, я тут-то. Перепрыгнуть, мне не получится. Жалко, жалко. Ну давай пообщаемся. Джеки, меня послал ваш общий друг наш. Я так и подумал, Джонни врал, когда говорил, что у него есть друг. Но вся эта игра шпионов... Вы знаете Донована? Можно сказать и так, я спецагент казначейства. Налогу интересуется Оливия Маркана. Я-то думал, у нее хватает ума. Я собираю информацию о человеке, который на нее работает. Это некий Честер Мору. Насколько мне удалось выяснить, он финансирует Южный Союз. Кто бы сомневался, что они гребаные расисты и каким-то боком влезли. Меня интересует Реми Дюваль. Уж не знаю, какие там связи. Все шито-крыто, но деньги точно идут немалые. Куда больше, чем было. Я попытаюсь что-нибудь разнюхать, но вс...
все как в рот воды набрали. Не беспокойся, как только кто-то из них, этих ублюдков, начнет говорить, он заговорит. У меня есть еще только одна наводка. Южный Союз по всему району заныкал свои листовки. Может, это и поможет помочь, конечно. Но привлеки внимание важных людей. Ага, как только Моро начнет терять деньги, он пойдет выяснять, в чем дело. Ну, понятно. Сейчас будем разбираться с Куклукс-кланом. Зарабатывать деньги на продаже российской литературы и символики. Разгромить любые склады этого барахла, какие найдете. Понятно. Так, ну что, давайте... Ну, а что тут искать, елки-палки, если у нас вот... По прямой, да? А, вот так вот можно, кстати, хер. Погнали. Сначала первую разгромим. Первый райончик. Что у нас по патрону? О-о-о-о. О, кстати, да, мы обновили также, если вы не забыли или не смотрели в прошлой серии, пропустили, так сказать. Негодяи, посмотрите. Мы, значит, мы отдали район Кассандре для того, чтобы... Воу-воу-воу, вот это автомобиль. Ну, что такое? Так. Мы увеличили наш боезапас, поэтому, в принципе... В смысле, блядь? Отдохни. Блядь, что такое-то, блядь? Отдохни! Так, сколько их тут? О, коммутатор. Ну, в принципе, этот коммутатор нам нафиг не нужен. У нас же есть эти... Какие-то там союзники, которые в их строю имеются. Ну, якобы мы тогда все видим. На. Блять, что за мудак-то, а? Только полицию не вызывай. Я ушел. Окей. Блять. Кто, блять, тут? Бля, короче, я их всех расхерачил. Этот побежал. Он уехал, что ли, блять? Я ж его тачку херанул. Да. Бля. Короче, давай, блядь, помогай. Подруга, помогай. Сейчас мы его догоним. Он уехал на своей красной Феррари. Сейчас мы его достанем. Колотим ему по самому. У нас же автомобиль чётенький. Бля, я так и знал, что этот ублюдок туда поедет. Подруга, тихо. Что, неужели я об бордюр расколошматил все колеса? Воу-воу-воу. Так. Если за ним гоняться по пятам, конечно, надо его как-то... Все нормально. А его Феррари? Ничего себе. У него автомобиль помощнее, что ли? Ну, мы сейчас сделаем следующее улучшение тогда для автомобиля. Чтоб побыстрее выбирался. Вот он, впереди.
О-о-о-о, ничего себе. Слушай, я ему колеса прострелил, взорвал автомобиль, и что дальше? Обалдеть, сейчас полгорода обкатаем. Давай только из этой локации не уходи! Фак, вот это дерьмо! Слушайте, ну автомобиль стал лучше управляться. Ой, что-то я подустал уже. Эй, братко, постой, что хотел сказать? Ты что такой крутой, курить будешь? Не куришь, красавец. Get these cop motherfuckers off my ass and point for done. Gotcha. Что, говна кусок, иди сюда. Все, ты уже сдулся? А, я уже сдулся, я же метко стреляю. Говна кусок, отдохни. Если хочешь жить, расскажи мне про бизнес черта Моро. Мистер Моро дал кое-какие очень важные... Короче, какая-то ерунда он сказал. Какие-то головорезов надо замочить. В общем, он дал адреса головорезов. Этих, которые работают на мистера Моро вот этого. Ну, сотку ему нужно дамага нанести этому мистеру Моро, чтобы он нас наконец-таки заметил, мы могли ему втащить. Да, фара у нас уже разбита. Да, давайте посмотрим. Просто сколько мы... Да, это куклуску... Расправа над куклус-кланом, конечно, будет... Нормально. Неплохо. Я надеюсь, не было... Преступление на глазах у полиции. Мы и так им откупились от них. Чтобы не было перестрелки, чтобы серия была, так сказать, более короткой, чтобы вам, ребят, было комфортно. Я знаю, у вас времени мало. Не хочу, чтобы вы пролистывали. Тут же прям... О, бля! Уходим из этого района, короче, все нормально. Ничего страшного. Блядь, машина вся в крови. Right, у меня уже нет в этом районе. Все нормально. Случайно занесло. Обалдеть. Итак. Это будет правый поворот. Тихо. Фух, я не хотел просто людей насаживать на капот. Пусти, не видишь? Гангстер на тачке. Ну что, давайте устроим ему полный разнос сейчас. Я так думаю. Да? Зашел, увидел, победил. Что, блядь? Они вышли, в чем их мать родила. Сенсивити поубавить. Ой, блядь, что за хуйня, вы видели это? Минус тачка только что была, блядь. Я только что, блядь, свою тачку просрал. Не, нельзя так попасть. Трусы! Блядь, посмотрите, что с моим автомобилем произошло. Все, забрал. Воу-воу-воу, я уеду на их автомобиле. Выйди, блядь. Кто-нибудь, пидор. Я, по-моему... Блядь, спрячься. Ух ты!
Ух ты, ух ты, ух ты, какая тачка. Это сейчас подводка была. Вы видели, да? Чит-код. Бабки собираем. Вот это он сейчас ламбаду станцевал. Вася, ты тыри ты тыри ты тын. Тырин тын 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 тын. Танцевал ламбаду. Так, бабки забрали. А чё патрончики-то? По патрончикам-то чё? Вау! I want this car. Or this, or this. Or this. Нет, where is this car with very bad. Бабки, бабки. Слушайте, а чё, зайти сюда не можем? Обрыскать всё. Чё, есть деньги какие? Эй, Вася, вау, я вижу. Кольт, 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 кольт. Так, ну чё тут, что-нибудь есть ещё? Ночное видение включено. Так, ну побежали, побежали. Да залазь уже, чё, сам не можешь забежать. Нам главное патрончики, и так-то... Так-то патрончики главное. Давай, сядем. Ого, ребятки. Ничего себе, Куклукс Клан. Нормально это такой автомобиль. Ну-ка дай второй посмотрю. Кстати, может быть и этот тоже неплохой. Давайте все пробуем, пока что у нас есть возможность. Да, кстати, такой тоже, ну, знаете, я вам скажу, приличный. Точно. Так, стекло с другой стороны разобьем, ну, чтобы нам тоже, типа, спустить. Вау! Да, такой прям гангстерский. Отлично. Нет, ну мы, конечно. А я сяду в кабриолет. Да? Воу, воу, воу. Так, ну что, следующий головорез. О, что это такое? Так, сборщик Союз, так, Южный выяснит, что Союз нужен вам, Франциско, осталось урона 80. Так, мы где находимся, друзья? Давайте вот этого вот чпонкнули, чувачка. Вау, 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 вау. Вау. Вот это да, но она не улучшена. Я хочу такую же тачку себе в гараж. Вау. Что, колесо, что ли, у него поломано, я не понимаю. Давай, 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 раскачивай. Опачки, правый поворот, зашли, зашли. Щина, опа, щина, щина, опа, залетели. Так, и что у нас здесь? Дядюшка Эндю? What the fuck? Нет, мы должны явно эту тачку сохранить. Я просто его херанул и все, блядь. Блядь, вот это вообще пиздец. Да все, я убил его. Что, блядь, такое? Блядь, вали отсюда нахер. Тихо, хорош стрелять, это ж ваша тачка. Такая хорошая. Воу, я хочу, хочу. Я это сделаю, да? Давайте сначала их кикнем, а потом именно на этой. Оо-о-о-о-о-о. Давай. Братка. Оо! Куклукс Клан, мать вашу. Это кто такие? Я простых, что ли, зрителей убиваю, что-то я не понимаю. Это простые люди. Я не хотел. А чего они здесь побежали-то?
Бля, шапошники. Гангстеры какие-то, слышишь? Оп. О, он ласт остался, давай. Так, он слева, справа. Привет, педрюка! В смысле он, блядь, меня заметил? Неужели тут можно было все? О, как я вовремя тебя услышал, брат. Я что-то смотрю, у вас тут стволов-то ни одного, ни шишел-мыш. В смысле? Я слышал какого-то педика. Он же нас не бьет. О! Во-во! Ах, вон оно чё! Допросить братьев Южного Союза? Так я ничего не понимаю, короче, сейчас это закупимся. Сядем на наш Бэтмобиль. Так, давай бабки. Не бабки, а... Давай сюда. Все сюда. Ребятки, братки, сюда. Подъезжайте. Все, отлично. Сначала бабки скидывай. Да. Сладкое. Давай, держи у себя. Так, пешечку прожимаем. Докупаем, наверное, мы все-таки. Нет. Давай. Запас адреналина. Что? Это что за новая фишка такая? Плюс 2. Можно носить с собой. А, на один больше. Да у нас и так нормально. Мы 3 штучки возьмем, и все, чтобы было. Where is our car? Вот она. Так, короче. Ребятки находятся там, а мы находимся здесь. Поэтому... Let's fun, motherfucker! It is funny. Погнали! Уху-ху-ху-ху! Бля! Ёпта. Кто, блядь, звонит полицию? Кто? Кто еще? Кто следующий, блядь? У-у-у! Так, хедшот сняли, короче. Блин, под нижнюю надо стрелять. Да. О, бабки. В смысле, блин? Они внутри? Пистолет. Патрончики. А вы мои сладенькие ребята. Ну, бля, все бывает когда-то в первый раз. Так, слушай, а как туда зайти-то, а? Две... О! Нормально. Что-то они тут жрать, что ли, готовили? Ах вы жопошники, они тут контрабандой наркоты занимались. Так, о-о-о, какие записки длинные. У нас заканчивается пиперидин у них заканчивается. Так что мистер Бастон просит себя за очередной партией в... Ага. У Карла рецидив рака, так что поговори с его братом, скорее всего. Так, это, короче, нам не интересно. Так. Нас интересуют бабки. Вот этот тот кейс. Тихо, ребята, там не только же... А, нет, только это не у нас. Всё, да. Интересно, мы сможем тачку? Тачка-то... Такая тачка была. Куда сяду? Сядем, да? О!
Все это видели? Ставьте лайк за сообразительность. И все, мы снова на коне. У-ху-ху! Не на нашем, но все-таки коне. Телочка, покатиться не хочешь? А, это старуха какая-то. Какой-то, видимо, район хороший. Эх, погнали. В смысле, а чё как... А, не далеко, да. Сейчас по... Так, ребят, ну как бы просто по пути, да? Да не ссать, все нормально. Просто запасы уничтожаю. Минусанул двоих. Бабки собрал. Все хорошо. Самое главное, сделал нужную, хорошую вещь. Нет у меня ничего. Вам просто показалось. Вам нагло врут. Итак, старушка, с пламенем. В смысле? Кто их сбил? Что произошло вообще? Он попытается уехать, ребята. Вот эта тачка, короче, да? Сейчас мы его поставим его сюда. Блять, мы его наебем. Так, ну что? Давай, приезжай. Короче, блядь, в жопу этих ублюдков. Так, что у нас? Цешечка? Эй, чё ты? Куда ты? Блядь, он садится вон в ту тачку. Да давай уже, блядь! Давай! Все нормально. Далеко не уйдет. Валим, валим, валим. Будем работать как истинные гангстеры. Так. Блять, я ему там все прострелил, все, что возможно. А он едет как на новой тачке, да, походу дела? Неудобно. Неудобно. Малыш. Посмотрите на этого идиота. Да. Что? Что мы с ним будем делать? Бля, у него все прям перестало. Но останавливается же, чё-то. Полиция Майами! Остановитесь! Остановитесь! Так, бля, придется от копов сматываться. Подруга! Откинула проблем. Короче, хочешь жить, расскажешь о бизнесе. В супермаркете Белэйр после закрытия творится что-то непонятное. Чтобы это ни было, Мороз старается держать все. Хорошо, все, все. Все, 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 все. Опачки. Придется, в общем, валить. Потому что я на них не рассчитывал. Блин, ладно.
Сколько бабла уже им отвалилось, жесть. Так, ладно, валим дальше. Вау! А автомобиль-то ничего такой. Мощный заднеприводный. Я хочу в такую гараж. Ух. Так а я ж сюда приходил. Подруги? А, все, я тебя понял. Получается, что я все... Почти что все миссии, кроме вот этого вот. Кстати, вот еще головорез. Давай к подруге заедем. Пообщаемся. 75 тысяч. Да мы сейчас его вторажним, и все нормально будет. Привет, подруга. Hi. Как твои туфельки? Удалось что-то выяснить. Я нажал на этих сук, как мог, но все, что у меня пока что есть. Мороз, основной собственник супермаркета Бэйрл. Стоило тебе покрепче прижать этих придурков, расистов, так телефон тут же зазвенел. Никто не упомянул Бэйрл, зато назвали что-то. Достаточно косвенных улик, чтобы все это вывязать воедино. О чем бы там ни шла речь, что случится в супермаркете сегодня вечером, понятно. Я попробую выяснить. Линкольн, послушай, судя по их намекам, дело там серьезное и плохое, очень плохое, так что будь осторожен. Надо точно выяснить, что там... крутит Моро, а другого шанса не будет. Договорились, Джеки. Итак, братки. Пойдемте. В наш, так сказать, конфискованный автомобиль. По пути мы херанем, значит, вот эту вот тему. От винта, мав, пока. Тихо, 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 тихо. Я еду. Расступись. Люди, расступитесь. Едет человек, у которого... Ох, какие умные. Это как сигнал. Видели, он остановился? Такие копы. Ясно. Давайте, знаете что, я хочу благополучно, значит, разобраться с этими ребятами. Они за мной до сих пор следили, прикиньте. Оу, за дрифт. Второй лайк, ребят. Второй лайк за дрифт. За дрифт, да. Стараемся. Воу, я хотел как... Забыл, как его зовут. Помните? Тот, кто знает о ком... Я хотел сказать... Ставьте лайк. Ой, никакой лайк. О чем я говорю? Просто засмотрелся. Ага. Мы подъезжаем сюда. Автомобиль у нас ни чуточки не в крови. Я как Кен Блок хотел вокруг человека объехать. Во-во-во. Кто любит Кен Блока, видосики, ставьте лайк. Ой, какой лайк. Чё, блядь, всё же нормально. А, я прям туда, куда нужно, что ли, пришел? Так, давайте снимем всех нахуй дозорных. Just don't let nothing happen to me. Блядь. Look who I found. Оп. Опачки. Они, походу, дело не в курсе, что тут происходит. На! Отдохни. Нормально постоял сейчас. Кто играл в Хитмана, ставьте лайк. Сейчас мы, блядь, их всех обчистим.
Ой. Не ожидал пятнашку патронов. А, мне надо было дождаться ночи, блять. Бабла пока подзаработаю. Я просто решил перевыполнить все. Нормально, пока бабки сразу забираю. Ребят, ну я не хотел, честно слово. Ну, бля, весь кайф, да, обломаю? Давайте посмотрим, можно ли так сделать. На! Так, взяли. Какая-то записочка тут имеется. Тихо. Лола. Так. За товаром приедет много важных шишек. И всем подавай кусок высшего сорта. Так что тащите самое лучшее, чтобы товар выглядел чисто, красиво и презентабельно. Облажайтесь, и я вас... урою, мистер Маркана. Один раз уже предупреждал. А, мисс Маркана, блять. Повторить она еще раз не будет. А какая злюка. Мы уж всех сняли. Тут их осталось-то. Раз, два, я обосрался. Выходим просто вот. Ёпт, еще ты еще есть. А, это вторая дверь. Понятно. Ну, идем, идем. Друзья, товарищи, блин, бабки. Неужели я сейчас не заберу эти все деньги? Может, они заспавнятся еще разочек. Давайте. А я сяду в кабриолет. Кстати, подождите, там один дозорный остался, да? Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, что с ним там происходит. Сейчас мы узнаем. Очень интересный и подозрительный тип. Кстати, он за дверкой стоит, очень даже в приличном месте. И сейчас мы с ним познакомимся. Сейчас мы с ним познакомимся. Опачки. Тут он сладенький. Привет, братиш. О. Смотрите. Что происходит, блядь? Что-то надо было сделать, короче. Ну все, погнали. Свалим отсюда. Свидетелей нет, я весь чистенький такой, аккуратненький. Бегу к своему автомобилю, который недавно скоммунизил. Так, дождемся ночи и узнаем все, что же там все-таки они хотят от нас. Подождите, 9 штук, где? 9 штук этот, срочно вызываем подругу. Давай, подруга, подъезжай. Я здесь, подруга, как твои житуха? Держи. Отлично, отлично, отлично. Молодец. А, я типа здесь жду. Блин, и чё, сюда надо... Встаю сюда. Нажимаю букву Е. А. Стою, жду. Я уже всех снял. Посмотрим, кто еще нарисуется. А вы знаете, что ваших людей уже тут отсутствует?
какой-то парень, блядь, они что, всегда так ездят. Как делишки, братан. Что, осмотреть продуктовый магазин, попасть внутрь. Так, а там никого нет. Кроме как вот этот вот. Знаете, говорит, веселье наверху только начинается. Так это, а чё происходит? Попасть внутрь. On behalf of Mr. Moreau, Mr. Marcano, and the Southern Union, thank you for coming out tonight. А, нет, в общем, общается. Mr. Moreau has asked me to remind you that we're only accepting cash. Again, this is a fine specimen. Напоминаю, перед вами отличный здоровый экземпляр. Я вас понял. А кто, блядь, тут? Оу. Please. Just let me go. We'll start the bidding at $1,000. Do I hear $1,000? Кого-то они продают. You can't do this. $3,000 to the man in front. Блять, я не знаю, что делать, короче. Я, наверное, правильно сделал. Кого они там хотели? Что-то я не совсем понял. Чувачок, ты где? Где все остальные? Честер держит нигеров где-то во Фриско. Ну давай засранец, не тяни, нигер проклятый. Rest in peace. Я писал сценарий этому игре. Все, спасибо же работорговли. Работорговли. Под... Что, блядь, подкрепли... Под что, блядь? Подкреп... Ну хорошо, ворота, значит, двое. Один здесь, один там. Все, пиздерик. Пиздурики вам. Ну что ты там? По-моему, у тебя мишень была на башке нарисована. Ты так не думаешь? И у тебя тоже. А что мне надо сделать-то? А мне опять под автоподводка. Подкрепление тихо. Что такое? А, по-моему, кто-то сдох. Бах! Я, блядь, здесь, ты чё? Ребят, ну как бы это, поаккуратнее. Воу! Там цепная реакция должна была быть. Ещё! Ещё! Что-то не зарандомил их. Да, походу дело тут все зарыл. Че, все, да? Ой-ой, горим. Ой-ой, горим. Вот он. А они тут. Че такое? Hello! Что? Я что-то не понял, что с игрой? Успокойтесь, все нормально. У меня ничего нет. Я безоружный человек. В общем, садимся в автомобиль. Я просто решил всех раскромсать. Как говорится, покончить с куклоскланом навсегда. Блять, дождь, дворники. И я, значит, ребят, физика, конечно, просто на высоте. Кто бы что ни говорил,
Но занесло меня знатно. Так бы ни в дождливую погоду не занесло. Во-во-во-во-во-во-во. Она уже менее управляемая. Итак. Направляемся, значит, за другими ребятами. Я, видимо, там уже был, да? Ничего страшного. Сейчас мы с ними поговорим. Не по-детски, так сказать. Ребят, я приехал. Припарковался. Вызвал. Три штуки у меня есть. У меня, кстати, все, в принципе, все. Кстати, дай-ка я сейчас что-нибудь улучшу себе. Заодно. Мы же что-то можем здесь улучшить. Бабки есть. Патроны за 18 штук. Угу. Стабильность, перезарядка. А для пистолета что есть у нас? Все слишком дорого. Взрывчатка, модификатор. Давайте лучше, доступно. Трансмиссия. Давайте купим парочку штук. Так, ладно, гулять так гулять. Автоматическое оружие. А что, боезапас увеличим? Либо плюс 3. Да я и так стреляю хорошо. Все нормально. Стой! Я боезапас не пополнил. Подруга, бабок нет? Брат, постой, постой. Ладно. Блять, а где чё вообще? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Один, второй. Все нормально, все хорошо. Ты не переживай, это ночь, это просто ночь. А тебе под дождем. Не зазорно ходить. Оп. Все хорошо. Не, все, никого нет. По-моему, тебя кто-то наебал. Браток, да ладно, ты что, на чеку, что ли? Отдохни. С левой, как он его перемкнул, с левой. Все, все, пошли, пошли, пошли. Hello. I'm here, тук-тук. I'm here, мапака. How's it going? Stop distracting me. Давай. Да нормально все. У вас до херасики здесь или как? Ну, я могу вас всех. Ох, он тихо сейчас меня с метлой. Хоч! Спать. Оп. That didn't sound right. Блять, их много как-то. Да короче! Не буду я с вами мудохаться. Ты вообще в адеквате, что ли, блять? О, патрончики, сейчас полный будет запас будет. 96. Нормально. Это я правильно сделал, что призакупился-то. Увеличил боезапас. Там, кстати, бабки еще были вот тут. Нам сейчас бабки просто необходимы. Нам нужно увеличивать боезапас в пистолете.
Такс, бабки. Ух ты. Гори, ясно, чтобы не погас. Выходите. Угу. Выходите. Что? Я тебя только что спас, подруга. Ой. До сих пор здесь газует. Давайте спасем его. А, он не мог развернуться. Слышь, хорош! Смотрите, что творит. Эй, братко, постой. Так. Что нам нужно делать-то? Задачи какие у нас? Нужно во Францию. Так, понятно. Поедемте дальше, все-таки закончим с этим союзом. 15 тысяч урона еще необходимо, чтобы... А потом мы пойдем и закончим с ним, да? Ребяточек спасли. Автомобиль обновился, что ли, по ходу дела, да? Ну, вы просто подогнали. Пока я на задании, так сказать, был. Хе-хе-хей! What the fuck? Нет, ну это совершенно неприемлемая ситуация. Бля, чё его грабить-то? А, просто ограбить. Ну, блядь, ну все, ограбил. Так. Зашел, взял в бабки. Десяточку, ничего себе, перепало. Вот это неплохо, они сейчас меня сняли. А у них что там, датчик стоял какой-то, что ли? Блять, выпишу. Ну я водятла снял, как вы заметили, да? Да. Я 6500 потерял. Все, что, подруга? Понятно все. Ни тачки, ни хрена нет. Такую тачку запорол, просто капец. Так, ну ладно, что ж, автомобиль давай нам какой-нибудь элегантный. Так, Ford Mustang не хочу. Нет, давай все-таки вот его. Так, и все-таки. Ага. Ну нам нужно закончить это все дерьмо. Поедем сюда. Давай тачку, подгоняй тачку быстрее. Эх, нам нужно разобраться поскорее с этим грязным Южным Союзом. Неплохой автомобиль, брат. Спасибо, Баркли. Ты что, не видишь? Я тут разворачиваюсь, а? Вася! Да что ж ты как тащишься-то, как кусок дерьмеца? А чё, на парковку нас не пускают? Да хорош! Выезжаешь такой. Сюда такой. Вышел! Убил! И уехал! Все! One shot, one kill!
Все. Mission пройден. С тёлочкой поговорить осталось. Не, ребят, прохождение от меня, конечно, слишком сильно. Так. Кстати, поздравьте меня с выздоровлением, все. На работу скоро ухожу. Давай. Так, ты сможешь найти в продуктовом магазине. Как ты ее нашла? Так я смекнула и села следить за хатой во французском квартале, которая записана его младшему сукиному сыну во время отслеживания. Я думал, понимаешь, что если Оливия, и ты ее достанешь, ты в порядке. А чё, нет, эти бедняги, у меня в Газдипе работает старый друг, он им поможет. Но Моро и этот подонок, Реми Дюваль, они ответят за то, что сделали, за все. Они ответят, твое слово. Какие красные туфельки. Ой, что-то у нас это миссион затянулось, да, друзья? Я думаю, что нам нужно скорее подзакончить с ней. Итак. Хорошая... Да. Я еще не повернул, а вы уже начинаете передвижение свое. Нет, ну это безобразие, по-моему, с вашей стороны. Так, молодые люди, посторонитесь, посторонитесь. Скорая помощь, да, мистер Моро. Скорая помощь, да, мистер Моро. Он свалил дерьмо. Попку себя щелкнул столбом. Ужас. Типа сейчас мне нужно будет с ними разобраться. Типа здесь они, вот тут вот вся эта толпа сидит, ждет меня. Я подъеду с черного хода. Припаркуюсь сейчас. Включу инфракрасник. Так. Это мистер Моро, что ли? Не, ну сзаду. Ну, я сейчас через здесь пройду. А чё у вас сразу... А чё вы закрылись-то? Было ж открыто. Так, быстро прыгнули. Что, блядь? О, все. Это нормально. Все. Он договорил. И сейчас... Кто там... Ты кого слом назвал? Нос на вывернутку. Так. Блядь. Все нормально. Не-не-не-не-не. Это был не я. Это был не я. Успокойся, все хорошо. Оп! За яйца тебя. Идет. Они идут. Сейчас, по-моему, спалимся мы. Что такое? Ого! Кто это? Что это? Меня здесь не было? Блять, меня спалили? Блять! Тихо. Блять, заебись. Вот это расправа. Хоп. Тихо.
Hello, motherfucker! Ты, по-моему, засмотрелся. Кофе надо брать и пить. Да... Это... I gotta get some shoes more comfortable than these. Так, звездочка и охранник. Hello, motherfucker! Все, 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 все. Какой госпиталь? До свидос, братан. Ты мой. Все, что хочешь, я сделаю все, что хочешь, только не убивай. Чего я хочу? Так это чтоб ты сдох. Хач! Рэпи битчес. Работорговля? Странно. Так, ну что? Билл Рэй, кому же мы? Бронемобиль. У всех машин увеличивается сопротивляемость ударом и плюс... Что? Блядь. Скасал, дарых... Турбонаду... У всех машин теперь шины совершенно... Бляха, мух. Блядь. Нет, ну, ребят, ну как так-то? Нет, ну, Вита, скорость, нам нужна скорость. Вита, братка, забирай бизнес. Бизнес твой. Не беспокойся, я обо всем позабочусь. Хе-хе-хе, позаботься, пожалуйста, об моем райончике. А то я тут попотел изрядно. Что произошло? Что-то, по-моему, ребятки со всех сторон подприехали. Оу, под... По-моему, они куда-то в кандибобрились. Видели, нет? Без дверей, без багажника. Только через несколько месяцев я понял, что Линкольн выжил после побоища в баре с Сэмми. И пошла война с Маркана. Досье на Клея... Представление не имел о его подготовке. Армейское личное дело его было засекречено. В противном случае я бы догадался, что к чему уже после убийства Ричи Даусета. Ты только-только догадался, что все-таки это я? Это я? Бабки. Итак, друзья, я поздравляю вас с завершением еще одной головы, так сказать. И я думаю, мы увидимся совершенно скоро. Буквально в следующей серии. Друзья, спасибо вам за подписку, за лайки. И я буду рад вас всех в следующей серии. До встречи. Пока-пока.